Захватывает душу, когда слышишь романтичную интерпретацию этюда Скрябина в исполнении выдающегося пианиста из Москвы Алексея Чернова. Загадка его музыки в том, что все с упоением внимают звуком, преподнесенным нам творением рук мастера. Его магия исполнительского прочтения музыкального произведения многих завораживает. Ну как человек не мыслит себя без воздуха, без еды, без сна, вот точно так же музыкант, он, если он не мыслит себя без музыки, то вот, это ключевой момент. Алексей Чернов любителям музыки хорошо известен как замечательный, яркий, самобытный пианист. Получить мастер-класс от выдающегося пианиста не каждому дано, поэтому желающих хоть отбавляй. Ведь узнать тонкости и нюансы музыки желает каждый. Юная пианистка Алтына Ибраимова исполнила ноктюрн Шопена. Алексей Чернов остался доволен и поспешил поделиться секретами этой музыки. Ведь в отличие от Бетховена, Шопена надо играть высоко. Мастер разобрал каждую ноту и продемонстрировал, как это нужно играть. Я тебе буду показывать просто, как я бы сделал. Я тоже играл этот ноктюрн в свое время. Как будто вот этот вот ре-бемоль большой, да? Он как будто такой шар, да? А все остальное, оно как бы внутри, да? Вот. И теперь по поводу мелодии, да, как она вступает, да? Мне этот мастер-класс очень понравился. Он такой вообще гениальный человек. Много очень разных советов дал. Теперь я буду трудиться над моими ошибками. Самая лучшая похвала артисту – переполненный зал и гром аплодисментов. После мастер-класса от самого Чернова теперь юные кыргызские пианисты полны новых планов и творческих устремлений. Сайхал Султанкулова, Алтынхан Бабаев, Общественный первый канал.